Неужели вы до сих пор пользуетесь и смартфоном, и планшетом? Пришло время выбрать универсальное устройство. Встречайте, Fablet Xiaomi Mi Max. Первое, что бросается в глаза, этот смартфон нереально большой. Его высота составляет чуть больше 17 сантиметров. Задняя часть корпуса выполнена из металла с пластиковыми вставками сверху и снизу. На этой же панели находится основная 16-мегапиксельная камера, светодиодная вспышка и сканер отпечатка пальцев. На передней панели находится 6,44 дюйма экран с 2.5D стеклом. Сверху над ним датчики и фронтальная 5-мегапиксельная камера. Снизу сенсорные клавиши. На левом торце разъем под 2 сим-карты типа Nano или одну сим-карту и microSD флешку. На правом кнопки регулировки громкости и блокировки. На нижнем торце микрофон, динамик и, очень странно, но microUSB. Жаль, что сэкономили и не установили USB Type-C. На верхнем торце 3,5 мм мини-джек, инфракрасный передатчик и дополнительный микрофон. В Mi Max установлен 6,44 дюйма экран IPS Full HD качества с защитным покрокрытием Corning Gorilla Glass 4. Имеется множество настроек его отображения, от изменения оттенка до режима для чтения. В солнечную погоду экран остается читаемым. За производительность в этом устройстве отвечает 6-ядерный процессор Snapdragon 650 в паре с графическим процессором Adreno 510 и 3 ГБ оперативной памяти. Также существует и версия с 8-ядерным процессором Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативной памяти. Флеш памяти может быть от 32 до 128 ГБ. Операционная система MIUI 7.9 в скором времени обещает обновление до 8-й версии. Все это на базе Android 6.0.1. В тестах производительности Antutu и Geekbench устройство показало довольно высокий результат. В Antutu набрал 79 291 балл. В тесте Geekbench Single Core набрал 1467 баллов, Multicore 2741 балл. В данном устройстве установлена 16-мегапиксельная основная камера с диафрагмой 2.0, возможностью записи 4К видеороликов и замедленной съемкой. Фронтальная камера может похвастаться 5 мегапикселями. Качество фото и видеороликов получается на уровне выше среднего. Если вы до сих пор используете два устройства, смартфон и планшет, Xiaomi Mi Max идеально подойдет для вас. Преимуществом этой модели можно отнести низкую стоимость среди конкурентов, высокую производительность, а также длительное время работы при максимальной нагрузке до 7 часов. Недостатком только один – среднее качество фотографии.